сегодня будет о так называемые Callanais Standing Stones, которые расположены на самом севере Англии, на самом северной Шотландии, на острове. И это мегалитическое древнее сооружение датируют периодом конца неолита, то есть примерно 5000 лет назад, согласно официальной версии. 5000 лет назад это медный век. Возможно, оно было чуть раньше, но кто его знает. Я цитирую только официальную версию. Примерно датирован 5000 лет назад. Было строительство этого храма. Официальной версии, там было древнее святилище друидов, то есть это кельтских жрецов, которые поклонялись своим богам кельтским. И эта структура имеет форму кельтского креста. То есть это как бы задел до... О следующем видео о кельтских крестах, которые были распространены по всему миру задолго до появления христианства. Ну, не именно о кельтских крестах, а о крестах, о изображениях крестов, которые были по всему миру задолго до появления так называемого христианства, еще со времен Вавилона, Ассирии, даже Шумера, Египта и других стран и народов. Будет интересно всем, кто увлекается древней археологией, древней историей, древними мегалитическими сооружениями в Европе и периодом конца каменного и медного века. То есть сооружений в Европе – это дольмены, кромлехи и менгиры. То, что мы увидим в видео, это так называемый кромлех, там, так как там внутри есть круги. И менгиры – это отдельно стоящие гигантские валуны, которые, из которых сложено это сооружение. Всем спасибо за просмотр этого видео.